Я всех приветствую! И сразу объявляю, что у нас будет новая рубрика Dota 2 Mini. Казалось бы, что же это такое Dota 2 Mini? Когда давно я уже снимал мини-игры, всякие разные ресурсы по Dota 2, а потом почему-то перестал. Не знаю, забыл просто про это. И мне мой товарищ напомнил, теперь у нас будет отдельная категория Dota 2 Mini. Туда входят все мини-игры от сторонних разработчиков, там ВКонтакте, там на других сайтах, неважно. Но у них тематика одна, Dota 2. Также сюда будут входить сторонние ресурсы. Например, там торговые площадки и так далее. Ну, это уже по минимуму. Самое главное, это игры. Ну и поэтому я называю Dota 2 Mini. Первая у нас игра под названием Void Goes Farming! Void! Эта игра учит нас фармить за Войда. Да. Мы сейчас будем ласхитить как бог царюга, как лев. О, Господи Иисусе, что произошло? Вот так вот. Так, братюня, подожди, без музыки. К сожалению, нельзя сделать окно на весь экран, потому что игра оптимизирована именно на такой вот квадратик. Но ничего страшного. Потому что, видите, здесь все продумано. Восхитим. Опа, пес! Хорош. Восхитим. Так, тихо, ждем. Опа, косяк, видали, косяк, 100 ммр. Хорош, так. Интересно, здесь что-нибудь покупаем за это? О, видите, да? Да что ж такое, где моя атака? Сколько у меня атаки-то? На, пес, хорош. О, нет, это слишком легко для меня, я понял суть. О, видали, да? Все, что ли, я проиграл? А, так ладно, это, наверное, был баг, лагало слегонца. Еще раз. Сначала, видите, медленно, хорошо. Сначала медленно, потом чуть быстрее бьет. Это все рассчитывать. Так, меня уже не обманешь. Мой ласт-хит растет с каждой секундой. Ну, это изи-бризи. Опс. Ну, я хоть раз промахнусь, нет, в этой игре. Не, слишком легко. Эх, да ладно. У них скорость увеличивается, но нечестно. Да нет, это невозможно. Ладно, еще раз, 605. Сейчас запоминаем, это у нас рекорд был, 605. Давайте соберемся еще раз, братюня. Оп, хорош. 605. Нормально. Нереально, я говорю, я чувствую... Ой. А, так можно и просто так бить, да? Можно заранее ударить. Чик. Ну, почему? Я же бил. Ладно. Оп. Почти БФ уже. Ну давай, немножко. Во. Собрался. Пошел аганим. Во, скоро будет у меня Блинк Даггер. Какая машина смерти. Рампейдж уже делаю. Изи-бризи. О, хорош. 1380. Кстати, давайте договоримся. В конце этого видео вы тоже сыграете и напишите в комментарии, сколько вы набрали денег. Только пишите честно. Не нужно там как, не знаю, как во втором классе. Я набрал там 50 тысяч голды. Нет. Сыграйте, напишите честно. Еще раз, 1380, давайте, видите, все лучше и лучше. Оп. Начинаем с самого простого. Оп. Начинаем собирать потихонечку Madness. Вот давайте мы реально сейчас будем считать по деньгам. Так, до Madness нам нужно сначала 900 голды, мы соберем себе вампиризм. О, костяк! Видите, он не может сразу два раза подряд бить. Это косячина. Так, все, давайте соберемся. А то я так себе Madness не нафармлю никогда. Хорош. Это был баг. М-м-м,
Ну давай, 710, скоро будет маска. Еще 10 голды. А, я даже не купил себе пол Маднеса, господи. Нет, давайте еще раз, мы должны сделать это, мы должны. Поможем. Опа. Поможем. Видите, я уже ничего не боюсь. Уже наперед знаю. Опа. Так давай, давай, фармила, хорош. Опа. Нормалёк. Шестьсот десять. Так, 710. 810, еще сотня. Эй, а что так мало дали? А, так, 900. Нам меньше денег дают, это обман. А, как я набрал 1200 тысяч миллионов. Как мы набрали тогда 1200, я не понимаю. Ну давайте еще раз, последний раз. Так. Нормалек. Вначале, само собой, легко. Ой. Нет, нет, я должен это сделать, должен. Мы должны набрать 1400 минимум, чтобы побить все рекорды наши. Так, давай, братиша, давай. Ссаное дно. Ах, я разочаровался в своем скилле. Ладно. Надеюсь, что у вас получится лучше. Я потел нереально, мне сейчас идти принимать душ. Вы видите, что ссылка на игру у меня вверху в адресной строке. Ну, само собой, чтобы вы вручную не перебивали, ссылка на игру будет в описании этого видео на YouTube. Что вы сейчас делаете? Посмотрели видос, подумали, что он за кривое дно, перешли по ссылке и сыграли лучше, и написали результат в комментарии. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.